Доброе всем утро. Меня зовут Владимир Прыжковский, инженер компании InterSystems. Сегодня наш вебинар посвящен шардингу и основам масштабирования в продукты компании InterSystems Iris Data Platform. Собственно, краткий план нашего вебинара. Да, мы поговорим про возможности масштабирования, в принципе, в InterSystems Iris. Поговорим про шардинг и шаблоны построения кластеров, которые возможны в Iris, а также некоторые дополнительные возможности, такие как работа со Spark, JDBC и пару слов про построение кластера. Далее я покажу демо, построим кластер, сделаем пару селектов и, собственно, ну, будет видно, как все на текущий момент организовано. Так, поехали. Да, про масштабирование. Самый, наверное, простой с архитектурной точки зрения тип масштабирования, который возможен, да, это вертикальное масштабирование, когда мы можем достаточно просто увеличить наши вычислительные ресурсы, заплатив какое-то количество денег за мощные ресурсы, да, за более мощные ресурсы. Такой тип масштабирования принято называть вертикальным масштабированием, когда мы можем, соответственно, один из ресурсов, таких как процессорные мощности, память, дисковые системы или сетевые компоненты, увеличить, сделать более производительными и за счет этого выиграть, достигнуть необходимой нам производительности в выполнении каких-либо задач. Значит, ну, из очевидных преимуществ данного подхода к масштабированию — это архитектурная простота. Из сложностей, да, одно из ключевых, наверное, это нелинейное соотношение цены и достигаемой производительности, а также ограничение мощности железа. То есть каким бы там мощным сервер ни был, он когда-нибудь своего предела достиг. Еще одна особенность, да, которая в данном случае фигурирует, это сложность программного обеспечения по работе по поглощению, так скажем, всех ресурсов этого очень мощного сервера. В данном случае в Iris Data Platform и также во всех продуктах InterSystems, начиная с определенной версии, по-моему, с 16 или с 15, если память не изменяет, используется параллелизация в SQL, как раз-таки, которая и позволяет использовать все преимущества такого подхода к масштабированию, да, использовать конкретно все, параллелизовывать выполнение SQL-запросов и использовать все процессорные ядра при помощи разбиения, во-первых, обработки запроса на несколько потоков, разбивая работу на... используя стратегию порождения одного, соответственно, обработчика на одно ядро. Тем самым, да, вся процессорная мощность участвует вот в вычислении этого запроса. Соответственно, параллелизация в SQL доступна при выполнении обычных запросов, да, так и при выполнении union запросов. Но наибольший выигрыш, как правило, приходится на запросы с агрегациями, когда нам необходимо обработать большой массив данных, да, там, неважно, по мастермэпу или по индексу, и проделать какие-то агрегирования, суммирования или высчитать количество. На текущий момент параллелизация доступна при помощи использования хинтов процент параллел в различных местах запроса, и активно ведется работа над тем, чтобы сделать этот механизм полностью автоматизированным. Второй альтернативный, да, подход к масштабированию достигается за счет разделения объемов нагрузки по различным узлам системы или кластера. Да? И такой подход обычно называют горизонтальным масштабированием. Какие, да, у данного подхода есть преимущества? Ну, во-первых,
у нас является достаточно большая гибкость, да, мы при помощи добавления вычислительных мощностей, то есть серверов, там, да, которых там можно ставить достаточно большое количество и добавлять узлов в систему, мы можем достигать необходимых вычислительных мощностей. Также в данном случае у нас появляется зависимость цены от производительности становится практически линейной, и горизонтальное масштабирование очень хорошо применяется, ну, можно применять не только на своих каких-то распределенных системах, но и очень здорово подходит для облачных инфраструктур. Из сложностей в данном случае, да, у нас, конечно же, возникают более высокие нагрузки на сетевые компоненты, и у нас повышается сложность программного обеспечения по координации работы всех этих узлов. Когда мы говорим про горизонтальное масштабирование, да, мы начинаем, соответственно, делить нашу нагрузку, наши возросшие объемы, порождающие для нас нагрузку, да, на какие-то сегменты. Одним из, ну, мы будем на самом деле говорить про два вида, да, такой возросшей нагрузки. Первый вид, то, что у нас вот у любой системы может расти, это пользователи и данные, да, со временем, соответственно, или не, там, с каким-то временем растет количество данных, и, соответственно, количество пользователей также может возрастать. В основном, да, это вот два таких основных аспекта. Когда мы говорим про горизонтальное масштабирование пользователей, то в продуктах InterSystem достаточно давно присутствует технология для разделения таких, для разделения пользователей по различным узлам системы путем применения серверов приложений, основанных на технологии ECP, Enterprise Cache Protocol. Это Enterprise Cache Protocol, да, представляет собой достаточно мощный механизм, который позволяет распределить кэш глобалов, да, по разным серверам. Таким образом, у нас, соответственно, в каждом узле системы, да, находится свой набор данных, с которым пользователи работают, да, на отдельном application сервере. В рамках TCP, да, есть две роли: application server и data server. На application server хранит кэш приложения, с которым, собственно говоря, кэш глобалов приложения, да, в котором приложение работает. Data server хранит в себе, выполняет операции взаимодействия с диском сохранения данных и так далее, да, и вот между собой application data сервера обмениваются необходимым кэшем. Соответственно, в данном случае мы говорим про распределение кэша по пользователю, да, то есть на application сервере у нас вся аудитория пользовательская, она сегментирована, да, разделена по application сервера. На каждом application сервере находится только тот кэш, который необходим для работы тех пользователей, которые туда приходят. Если приходят новые пользователи, чего-то не хватает по ECP, application server свой кэш себе получает. Второй вид горизонтального масштабирования, да, когда у нас возрастает появляется большое количество данных. И в данном случае мы начинаем сегментировать именно их, а не только уже пользователей, да. И здесь мы начинаем говорить про шардинг в данных, да, то есть в SQL шардинг, который шардинг нам позволяет разделить данные больших или не очень больших таблиц SQL на несколько инстансов. Шардинг в InterSystems Iris, да, он как бы отодвигает параллелизацию в SQL, которая была сделана в более ранних версиях, на шаг вперед, благодаря тому, что начинают использовать ядра не только одного узла, не только одного сервера, но, собственно, все процессорные и другие мощности на всех узлах, включенные в шардинг кластер. Также есть большое преимущество в том, что распределенные данные, да, распределенные по шард-кластеру, могут быть использованы сторонними библиотеками, например, Apache Spark.
И когда мы говорим про разделение данных по нескольким узлам, да, в данном случае у нас с кэшем происходит следующее, да, с кэшем глобалов, я имею в виду. Кэш глобалов начинает возрастать, да, общий кэш глобалов системы по мере возрастания узлов. Да, то есть у нас на каждом узле будет использоваться свой кэш глобалов, доступный для работы. Да, и шардинг построен таким образом, да, что выполнение, вся нагрузка, вся работа происходит на узлах системы, соответственно, с локальным кэшем. Тем самым, таким образом, да, общий размер кэша, который в системе на текущий момент используется, он будет равен сумме кэшей узлов системы по размерам оперативной памяти. Да, что шардинг, что разделение кэша глобалов как в шардинге, так и при применении технологии ECP является абсолютно прозрачным для прикладного кода. Да, то есть никаких дополнительных телодвижений в этом смысле прикладному коду делать не нужно. Ну и, соответственно, смешанный тип масштабирования, да, когда мы... Да, у нас и данных очень много, и пользователей очень много, да, и мы строим такие конфигурации, в которых мы разделяем и пользователей по разным сегментам, и данные по разным сегментам. Далее мы будем как раз вот говорить про различные паттерны с использованием Sharding SQL в InterSystems Iris. Базовые понятия, которые используются в шардинге, и в том числе в InterSystems Iris. Когда мы говорим про шардинг, да, мы, соответственно, подразумеваем набор серверов. И у этих серверов, конечно же, есть какие-то роли. В данном случае это две роли. У нас есть один шардмастер и множество, ну, или любое число шардсерверов. Шардмастер — это является такой агрегатором, да, точкой входа к распределенным данным и ко всем узлам системы. Shardmaster хранит в себе определение всех таблиц, кода и данных, определение всех и распределенных таблиц, и всех нераспределенных таблиц, и код, а также коды и данных в этих таблицах и классах. Да. Шард-сервер хранит только распределенные таблицы, да, только те куски таблицы, которые, те куски данных, которые, собственно говоря, на эти шард-сервера были назначены. Как я сказал, да, соответственно, благодаря тому, что у нас там много шард-серверов, да, мы получаем масштабируемое хранилище и масштабируемый кэш, который, собственно говоря, этот кэш и хранилище формируют как раз-таки шард-сервера. При работе шард-сервера работают, соответственно, со своим локальным кэшем, имея у себя распределенные таблицы. А нераспределенные таблицы к ним доставляются по ECP. Также, да, база данных приложений, собственно, база данных кода, она является общей для всех шард-серверов, и, как я уже говорил, да, для прикладного кода абсолютно данная архитектура прозрачна. Прикладной код работает с шард-мастером. Соответственно, работает это следующим образом. Да? Вот у нас появляется приложение, да, которое взаимодействует и отправляет запрос к шард-мастеру. Шардмастер обрабатывает этот запрос, у него есть, соответственно, оптимизатор SQL, да, который анализирует запрос на возможность распределения этого запроса по различным узлам системы, да, если у нас данные разложены. Далее этот запрос делится на частные запросы, если распределение возможно, и частные запросы транслируются на шард-сервера. На шард-серверах частные запросы выполняются, и результаты обратно отправляются на шардмастер по ECP. Шардмастер выполняет агрегацию, и, ну, это не всегда там простой юнит, да, мы в демо посмотрим, это чуть более сложное, ну, в общем,
объединяет результаты и отдает результаты вызывающему приложению. То есть приложение, в принципе, не имеет понятия, к какой таблице оно обращается, к распределенной или к нераспределенной. И в связи с появлением такой возможности, как шардинг, возникают некоторые дополнительные паттерны, да, и возможности роли серверов по созданию распределенных мощностей, распределенных систем. Как мы сказали уже, у нас есть по горизонтальному масштабированию две возможности, да, в части ECP и в части шардинг данных, распределения данных. И в данном случае у нас возникает такая гибридная архитектура, когда мы масштабируем и пользователей, и данные, и добавляем к классическому шаблону шардинга, да, когда у нас есть шардмастер, и когда у нас есть шард-серверы, да, мы добавляем сервер приложений к шардмастеру. У нас появляется шардмастер сервер приложений. Что это значит? Да, что у нас у application серверов появляется кэш глобалов, они являются application сервера и шардмастер соединены по ECP, да, то есть application сервер является сервером приложения ECP для дата сервера ECP шардмастер. Соответственно, у IAM серверов, серверов приложений появляется кэш шардмастер. И сервер приложений, да, соответственно, начинает взаимодействовать с шард-серверами для работы с распределенными таблицами. А для работы с нераспределенными таблицами он продолжает работать с шардмастером. Вот. Таким образом, такая архитектура, да, она позволяет распределить работу по большому количеству узлов. Это, собственно говоря, на картинке сейчас показан паттерн, да, когда мы определяем VCP структуру, да, объединяем, создаем application сервер к shard master. Возможен другой вариант, когда мы создаем application сервер к шард серверу. Вот таким образом, да, у нас есть дата мастер, у нас появляется новый элемент, да, новый, так сказать, темплейт такой, он называется Data Shards и Query Shards. Когда у нас есть шард сервера DS, и мы к ним добавляем уже application сервера по ECP, называем их Query Shards. Соответственно, для чего это необходимо? Мы делим на уровне шардов нагрузку записи и чтения. Мы используем Data Shards для оперативного, для произведения операций, да, то есть мы операции, ну, соответственно, применяем к шардмастеру DM, он транслирует эти операции на шард сервера DS. А для нагрузки чтения или для аналитической нагрузки, да, мы используем Query Shards. Еще раз, да, скажу, что Query Shard — это DCP application сервера к Data Shard. Таким образом, мы можем балансировать нагрузку на уровне Shard серверов. Несколько слов про стратегию выбора таблиц по разделению. Ну, соответственно, когда вы смотрите, у вас есть ощущение, да, что было бы здорово там построить какой-то шард-кластер и посмотреть, как ваше приложение будет работать в условиях распределенной среды, вы, соответственно, смотрите на такие показатели, как, например, общий размер. Ну, это очевидно, да, что при прочих абсолютно равных условиях, чем больше у вас таблиц, тем больше потенциальная выгода от разделения ее на куски и разделения, соответственно, работы таблицы на куски. Также имеет смысл рассмотреть количество ссылок таблиц, поскольку вы можете разделить нагрузку записи по разным дискам.
количество, общее количество запросов, опять-таки, да, при прочих равных, может дать, ну, чем больше их количество к таблице, тем больше потенциальная выгода от ее разделения. И, ну, соответственно, рассматривать имеет смысл, да, сканирование таблиц, где, то есть, смотрите на план запроса, да, и смотрите большое количество итерации, да, то есть read какой-нибудь большой-большой-большой индекс map или read master map, да, если вдруг по каким-то причинам, ну, невозможно проиндексировать эти вещи. Работа с агрегирующими функциями, да, то есть вот на это тоже стоит обратить внимание, если на какой-то таблице выполняется большое количество сканирования и агрегирования, хороший, ну, то есть потенциально, да, можно рассмотреть как кандидат для разделения. И пятый пункт, да, на что стоит также обратить внимание, это большое количество join запросов. Здравствуйте, у кого-то микрофон включен? Прошу выключить. Да, и пятый пункт, на который также стоит обратить внимание, это join-запросы. Соответственно, join-запросы, всегда с ними возникают сложности, особенно когда мы говорим о разделении таблиц по разным узлам, системам. И как бы, ну, в данном случае рекомендация такая, что, в общем-то, если запросов join много, но таблицы не очень большие, то большого выгоды от разделения этих таблиц не будет, поэтому, может быть, их и не стоит разделять. Но если у нас есть такие таблицы, которые можно разделить, в котором это большое количество запросов, и их можно разделить по полям джойна, то в данном случае стоит рассмотреть такую возможность, поскольку от разделения таких таблиц и возможность формировать так называемые co-sharded tables, да, те таблицы, которые кладутся по... разделяются по шардам по ключу, который в то же время является ключом для джойна, полями для джойна. В том случае джойны, да, могут обсчитываться локально на каждом шарде, что дает нам определенный выигрыш производительности. По джойнам чуть более подробно, да, соответственно, как они будут работать на распределенной архитектуре. Тот самый co-sharded join, да, когда у нас есть там несколько, две или несколько таблиц распределенные, и ключом для распределения этих таблиц являются именно те самые поля, которые мы будем использовать в join. В таком случае join у нас будет происходить, как я уже сказал, локально в каждом шарде, и дальше результаты будут агрегироваться. Это вычисление таких join'ов, да, в распределенной архитектуре, если она таким образом распределена, происходит крайне эффективно. Да, поскольку у нас, собственно говоря, все вычисления практически по данным запросам будут происходить локально. Если у нас в процессе join необходимо использовать какие-то другие сегменты, ну, то есть при локальном вычислении join на шарде, да, необходимо использовать другие сегменты или нераспределенные таблицы, то все необходимые данные для вычислений доставляются по ECP. Вот. Ну и, соответственно, происходит вычисление, да. В случае с co-sharded join, конечно, это будет быстрее, да, чем если нам какие-то данные необходимы еще для вычислений получить по ECP. Дополнительные возможности, да, по построению архитектур дают нам другие функциональные аспекты платформы InterSystems Iris. Да, в компании с шардингом также возможно применять зеркалирование. И это один из путей достижения обеспечения высокой доступности. Соответственно, зеркалирование, да, поддерживается применение зеркалирования для каждого узла. Да? То есть если мы не можем там отзеркалировать только один там шард, сервер, да, соответственно, мы зеркалируем и шардмастер, и все шардсерверы. Также, да, при применении зеркалирования вместе с шардингом поддерживается автоматическое, да, за завершение, автоматическое завершение запросов в случае отказа основного узла, автоматическое завершение запросов на файловер
экземпляре. А шард, распределенную архитектуру такую, да, при использовании шардинга очень удобно использовать с технологией Apache Spark. В InterSystems Iris есть Spark Connector, и в чем удобство использования заключается в том, что Spark при работе с распределенной архитектурой, да, выполняет свои, получает данные напрямую из шард-серверов. Соответственно, что происходит значительно быстрее, да, если бы это происходило там в рамках одного сервера из одной большой таблицы. Далее агрегирование данных Spark выполняет самостоятельно. Также есть возможность работать с распределенными таблицами через JDBC. Причем JDBC, да, в случае будет устанавливать прямые, да, параллельные подключения к шард-серверам, и обработка данных будет происходить достаточно быстро. Есть несколько возможностей для создания шардинг-кластера на текущий момент. Соответственно, сделать это можно при помощи системного API, да, выполняя команды вручную или кодом, написанным кодом, вызовом какой-то рутин. Также есть инструмент, представленный InterSystems для управления облачной инфраструктурой. Называется InterSystems Cloud Manager, или ICM сокращенно. Да. На текущий момент представляется в виде докер-контейнера и представляет собой программное обеспечение, которое может управлять и разворачивать облачные сервисы. Делается, ну, если говорить в контексте шардинга, да, то в ICM Cloud Manager может помочь создать шардинг-кластер в облачной инфраструктуре. Соответственно, делается это следующим образом. Да, есть конфигурационный файл definition.json, в котором указывается та архитектура, которую вы запроектировали, да, указываются сервера с именами и с указанием роли. Те роли, которые мы видели на слайдах ранее, да, application server, да, там shard master, shard query, shard, pardon, server и cloud manager, да, при наличии указанных аккаунтов, доступа в облачные сервисы, он создает необходимую инфраструктуру серверов автоматически. При помощи системного API в этом смысле чуть больше работы, но, в общем, Cloud Manager, да, для этого и создан. Поддерживает он несколько публичных сервисов. Это Microsoft Azure, Google Compute Cloud и Amazon. И также частные облака на vSphere и еще один, забыл, к сожалению. Можно посмотреть документацию. Вот. Подробнее о Cloud Manager есть статьи на Developer Community, да, есть информация на Хабре, в документации очень хорошие инструкции. Вот. В данном случае, да, мы будем говорить про создание шардинг кластера через системное API. Несколько слов про текущую реализацию. Соответственно, в релизах, в текущем релизе, да, InterSystems Iris 2018 поддерживается шардинг на уровне SQL таблиц только. Да, создание шардинг-кластера возможно при помощи системного API, которое реализуется в классе $system.sharding. В дальнейших версиях, да, здесь я написал в 19 и далее, но, возможно, раньше, да, они появятся, поддержка шардинга в объектах, документах и других частях системы, а также графический интерфейс пользователя в портале управления для конфигурирования шард-кластера. Так, ну и далее у нас демонстрация по, собственно говоря, созданию кластера. У меня установлено... Сейчас я перейду. Так.
У меня установлена версия Iris 18.1, и работать я буду локально, именно на ней, именно с использованием этой версии. Соответственно, шардинг доступен, создается на уровне области. У меня заранее подготовлена область, называется она демо. Заранее подготовлена, значит, она просто создана. Никаких специальных настроек для области не нужно заранее, да, поехали. Для того, чтобы шардинг у нас начал работать, документация нам говорит, что нам необходимо вызвать системный вызов sharding, enable sharding. И, собственно говоря, в документации, да, строго в документации говорится перезагрузить инстанс после включения шардинга. Я уже это сделал, вот, собственно, перезагружать и тратить время сейчас на это не буду, да, но вот документация советует, что это необходимо сделать. По-моему, у меня работало без этого. Ну, в общем, я, возможно, мне просто повезло. Или я что-то перепутал. Дальше, да, что нам необходимо сделать? Нам необходимо создать области, в которых у нас шардинг, в которых у нас будут храниться шарды непосредственно. Ну, в идеале это делать на удаленном узле, но я демо буду показывать локально для того, чтобы показать концепцию. Да. Далее у вас есть возможность самостоятельно сделать это на распределенных узлах при помощи докер-контейнеров, как угодно. Вот для простоты буду показывать локально. Соответственно, в той же области демо я вызываю, как я сказал, да, у нас на текущий момент шардинг работает в SQL, поэтому я вызываю shell. Ой. И создам, соответственно, дополнительно себе две области своих, два виртуальных шард-сервера. Первый назову shard 1. Второй назову shard 2. Соответственно, посмотрим, да, у нас вот в портале управления видим, отлично, shard 1, shard 2 у нас остались. Прекрасно. Далее мы идем в нашу, так скажем, мастер-область, да, я вам буду показывать параллельно один интересный глобал, который самостоятельно лазить не стоит, но там что-то править имеется в виду, но на него посмотреть, а для целостных целей он может быть достаточно полезен. Называется iris.sm shardmaster. Да? Вот, на текущий момент, собственно говоря, что у нас появилось, да, у нас версия шардинга, да, какая-то информация о нашем сервере. Для того, чтобы добавить наши шард-сервера в нашу кластерную конфигурацию, нам необходимо вызвать метод системный вызов assign shard называется. Первый параметр — это мастер-область, в данном случае у нас текущая область. Второй параметр — это имя хоста у нас, это localhost. Дальше порт суперсервера нашего инстанса и имя области. В данном случае это у нас shard 1. Это у нас будет первый shard. Отлично. Все добавилось прекрасно. И дальше мы добавим второй. Сейчас. Да. Дальше мы посмотрим на то, что у нас получилось. Давайте попробуем так сделать, да, чтобы было, может быть, лучше видно. У нас есть вызов list shards для текущего namespace. У нас их два. Shard 1 и shard 2 локально, все правильно. И у нас есть команда для проверки того, что у нас все работает. Называется verify shards.
работает чуть дольше, выдал единицу, прекрасно, у нас все работает. Теперь мы можем прийти к, к разделению данных непосредственно. Да? Соответственно, для создания данных я буду использовать тот же SQL. У меня есть блокнот с заранее подготовленными запросами, так, в который я не включил create table. Ну, значит, create table. Сейчас. Так, один момент. Create table я сейчас где-то найду. Отправил в чат. Владимир отправил в чат, и включи, пожалуйста, демонстрацию. Так, отлично. Я нашел у себя в документе эти запросы на создание таблиц. Сейчас мы их выполним. В них появляется ключевое слово «шарт». Которая позволяет нам разделять таблицу, используя ключ системный ID key, да, то есть система самостоятельно. При указании такого ключевого слова система самостоятельно разделит нашу таблицу order по системному идентификатору. Так, мы создадим последовательно все таблицы. В нашей модели мы будем использовать таблицу order, которая представляет собой какие-то виртуальные заказы, таблицу строк этих заказов, line item, и таблицу с продуктами, она будет у нас без ключевого слова chart, соответственно, она будет обычной таблицей, не распределенной. Так, отлично, все данные у нас созданы, мы можем посмотреть... таблица, пардон, у нас создана, мы можем посмотреть на это SQL. Так, мы перейдем в нашу область. Да, мы видим, что у нас появилось, собственно говоря, три таблицы. Дальше мы наполним их данными. Сделал серию инсертов. Так, вот таким образом не вышло, сейчас мы получили. И теперь заказы. Теперь строки. Да, ну, собственно, данными мы добавляем таким образом, чтобы у нас у заказов какие-то строки все-таки были, и в строках ссылки были на имеющийся у нас товар. Отлично. Собственно, теперь мы можем посмотреть на содержание наших таблиц. Ну, например, смотрим на таблицу line item. Товары у нас заполнились, появились, да, и далее мы сделаем запрос, посмотрим,
А в данном случае у нас все поля, которые мы указали, мы к этим полям еще добавим и системный идентификатор %ID. И у нас сразу станет видно, каким образом по шардам у нас распределены строки заказов. Мы видим, что у нас 7 строк попало в один шард, и 5 строк попало в другой шард. Также можно посмотреть, как у нас прошло все это дело по заказам. Соответственно, в данном случае мы видим, что у нас первый узел шард 1, допустим, да, попали строки из заказов, допустим, 3 и 5, да, они у нас получаются в первом узле. Так, посмотрим на заказы. В данном случае у нас 3, B003 и B005 во втором узле, имею в виду заголовки заказов, да, то есть они абсолютно, ну, как бы не кошартят, да, то есть у нас заголовки заказов одного и того же заказа на одном шарде, строки на другом шарде, да, то есть абсолютно никак не связано с идентификатором заказа распределение по шардам. Дальше, что мы сделаем, мы выполним несколько простых запросов. Ну, например, да, давайте посмотрим даже прямо вот этот вот, да, план запроса select звездочка from order. Соответственно, в плане запроса мы видим, что у нас запрос делится на несколько различных запросов distribute query to shard servers, да, что означает распределить запрос по shard серверам, объединяя результаты в временный файл. Вот. И, собственно, видим использование специальных сохраненных таблиц, да, у шардов таким упрощением. Далее результаты агрегируются. Попробуем использовать чуть более сложный запрос с агрегированием. И в данном случае, как я говорил во время презентации, да, у нас будет использоваться агрегирование не только в виде простого юниона, да, двух наборов данных, но также у нас есть объединяющий group by, где нужно вычислить сумму количества на цену локально, да, и потом еще сгруппировать по номеру заказа, а потом еще все это прилетит на шардмастер, и еще раз все это нужно посчитать. Вот, поэтому план выполнения запроса у нас чуть более сложный, но, тем не менее, мы видим, что, соответственно, у нас оптимизатор распределяет эти вещи по разным шард-серверам и отдает, соответственно, каждый шард-сервер готовит свой какой-то кусок данных. Да, то есть, и все это обратно выгружается на шардмастер. И еще я хочу показать один запрос. Так, не то открыл, пардон. Еще хочу показать один запрос по выполнению join. Да, вот. В данном случае, вот в этом запросе у нас выполнение join происходит с использованием, большим использованием DCP, ну, локально. У нас используется один кэш глобалов, но в распределенной сети использовалось бы ECP. И хочется эту, как сказать, эту практику изменить, да, и сделать так, чтобы у нас, поскольку у нас в данных случаях запрос объединяется, таблицы объединяются по номеру, по наименованию продукта, да, мы запрос поменяем, изменим запрос по... сделаем так, чтобы у нас запрос объединялся по номеру заказа и поменяем у нас распределение в нашем джойне, в нашем, пардон, шардинге. Для этого мы создадим две новых таблицы и укажем в качестве ключа, шард-ключа, да, не системный идентификатор IDK, а укажем свой, тот, который нам нужен. Это order ID. Так, вернемся в SQL Shell и создадим две новые таблицы. Назовем их cache order. В данном случае мы указываем явно shard key. Таким образом, shard key order ID. Там мы говорим, что мы хотим разбивать нашу таблицу по заказам. То же самое мы сделаем и для строк.
И нам необходимо их наполнить данными, также двумя запросами. Посмотрим на нашу схему. У нас появилось две новые таблицы, в которых мы также посмотрим еще раз распределение по идентификатору. Мы видим, что у нас заказ B005 и B004 улетели на второй шарф, условно говоря, да? У них прям сильно больше айдишники. Таким образом произошло распределение по айдишникам. Если мы посмотрим на line item, мы увидим абсолютно ту же картину. У нас строки заказа 4 и 5 находятся на одном шарде, а все остальные находятся на первом шарде. Таким образом, если мы сделаем запрос по с джойном по order ID, то, соответственно, у нас джойны будут выполняться локально на каждом шарде. В принципе, это все. Да. Если есть какие-то вопросы, давайте попробуем на них отвечать. Так. Есть ли какие-то вопросы? Возможно, письменно или голосом. Окей. Создание шард-кластера и как руками, да, как я сейчас это делал в демонстрации, так и при помощи клауд-менеджера довольно хорошо описано в документации. Соответственно, можно пользоваться для пошагового создания, ну, также материалами в рамках этой демонстрации. Соответственно, также есть материалы на developer community, которыми также можно пользоваться для создания кластерных решений при помощи Cloud Manager или познакомиться с чем-то пошарным. Если у вас есть какие-то вопросы, да, вы всегда можете обратиться ко мне, я инженер Московского офиса Intra Systems Владимир Кружковский. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы по вебинару или по шардингу и масштабированию в частности. Большое всем спасибо за внимание. Хорошего дня.